Здравствуйте. Здравствуйте. Не прошло и полгода. Я уже 5 раз звоню на ресепшн. Что случилось? Что случилось? Вот именно такая холодная вода все утро течет из крана. Пришлось помыться холодной. Извините, видимо, какая-то авария. Просим прощения. Ужин в нашем ресторане за наш счет. Да? Засуньте этот ужин в ресторане за ваш счет. Знаете куда? А меня, пожалуйста, переселите в президентский номер вашего отеля и обеспечьте бесплатное питание. А теперь послушайте, как все будет. Вы успокоитесь, будете вести себя тише воды, ниже травы. Ты что, охренел? Пожалуйста, не надо! Что-то происходит. Я вызываю полицию. Да бросьте этот балаган, вам никто не поверит. Вы 5 раз звонили на ресепшн. Света подтвердит, что вы вели себя неадекватно. Вы вылили на меня воду, порвали рубашку. Еще 2 признака агрессии. Браво, ваша взяла. Это было великолепно.